Саратовскую область посетили свыше 500 000 человек. Туристов в регионе стало больше, в то время как за границей отмечается спад российских отдыхающих. Об этом на пресс-конференции рассказали представители турфирм. Также саратовцы стали чаще летать в другие страны через местных операторов, а не через московских. В этом году поток туристов в регионе увеличился на 100 тысяч, и чиновники ожидают, что цифра еще вырастет. В 2013-м показатели были хуже, поскольку ремонтировалась причальная стенка набережной, и теплоходы не могли пристать к ней. В этом году все изменилось. На данный момент к нам причаливают теплоходы. Вот я могу вам сказать, что в 2014 году, в июне это был 51 теплоход, а в июле 33 теплохода. Вот